Как трудно найти помещение в Стамбуле, Ганджа? Ганджа? Эрдем, здесь тоже написано, что сдается в аренду. Надеюсь, не как в прошлый раз. Может быть. Интересно, она арендована? Да и спросить не у кого. А, извините, вы владелец этого помещения? Нет, но оно сдается со всем содержимым. Содержимым? Это же нам больше подходит. Да. А как мы можем связаться с владельцем? У вас есть номер? Да, номер есть. Я позвоню, и он сейчас же приедет. Спасибо. Спасибо вам большое. Ганджа, что скажешь? Это место подойдет. Еще как подойдет. Уф. Наверняка они дадут оборудование. И они на прокат, да? Здравствуйте. Вы хотели посмотреть помещение? Да. Вы владелица? Нет, мой отец, но я занимаюсь этим. Я Эрдем, здравствуйте. А я Гонджа. Я Девтне. Тогда покажу вам помещение. Конечно. Пойдем, любимый. Очень красиво, любимый. Да, жизнь моя. А какие требования? Сколько стоит аренда? И каков депозит? Останутся ли здесь эти вещи? Папа хочет за аренду 2000 лир, двухмесячный депозит. А насчет вещей я тоже не знаю. Ничего не могу сказать. А, может, тогда я заранее оплачу и аренду, и депозит? Оформим документы для вещей. Потому что мне здесь очень понравилось. Ну, не знаю. Но я обязательно этим вечером поговорю об этом с отцом. Постараюсь это как-то уладить. Хорошо, спасибо. Тогда я дам вам свой номер. Хорошо, можно. Сейчас запишу. Я вам записала свой номер. Вы тоже запишите. Хорошо. Запишу, как Дефнехану. Обязательно. Тогда буду ждать от вас новостей. Конечно, сообщу. Хорошо, до встречи. Да, до встречи. Пойдем, дорогая. Давай, давай. Любимая, дай бог они сделают скидку. И вещи внутри есть, все готовое. Просто отлично. Видно, видно. Тебе очень понравилось. А тебе понравилось? Ну, не знаю. Ганджа, ну что с тобой? Эрдем, ты прямо у меня на глазах флиртовал с этой девушкой. У меня нет слов. Ганджа, не глупи. Разве я могу делать такое у тебя на глазах? То есть, если я не буду видеть, ты сделаешь это? Нет, нет, я не это имел в виду. Это случайно вырвалось. Для меня, кроме тебя, другой любимой нет. Я не понимаю твоей любви, Эрдем. И номер ей дал, не теряя ни минуты. Поздравляю тебя. Ганджа, а что мне ей письма писать? Я дал ей номер, чтобы она позвонила мне и сообщила все. Что же? Вы там общались так, будто вы уже друзья лет 40. Мило, мило очень беседовали, будто меня там и нет вовсе. Нет? Душа моя, как это тебя вовсе нет? Мы же держались за руки. Рука в моей руке, а глаза на ней, Эрдем. Отныне следи за своим поведением, иначе будет плохо. Дорогая моя, Ганджа. Молчи. Молчи, не разговаривай. Ладно, молчу. Ты меня приревновала? Не настраивайся сразу. Как не настраиваться? Можно мне уже настроиться, наконец? Да и ты больше с Эфталией, чем с Эрдемом общаешься. Хватит уже. Хочу почувствовать себя мужчиной. Хорошо. Почувствовал себя мужчиной, на этом хватит. Не настраивайся, отныне будешь следить за своим поведением. Хорошо. Слушай. Если мы арендуем это место, то я не хочу, чтобы тут и там общался с этой девушкой. Иначе будет очень плохо. Хорошо, хорошо, хорошо. Более того, теперь со всеми девушками. Со всеми девушками во вселенной, если что, буду говорить только я. Хорошо, Ганджа, я заклеиваю свой рот и молчу. Хорошо. Тогда хорошо. Пришла в себя. Пойдем давай. Пойдем. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...